Вылетали панчи, словно Чак Норри зарядил ствол, вышел на охоту. Комментатор, короче, пора лечиться. И твой доктор здесь, Тантум Вердефорта. Я слышу, что Гуф завязал. Если бы не шнурки, конечно, было бы супер. Зема Блэкстар прецедент. Все. Но никто не умер, и мы здесь не случайно. Время пришло, это сигнал о том, что пора меняться. Поколение выросло, слушая рэп. Я все время забываю, что нам не 20. Послушай, старик, я как вспомню. Хотя ладно, но было и было. В этой игре мы оставили след. Конгломерат — это сила. Молодежь хочет хайпа, это резонно. На нашем канале другие мосты. Чернила под кожей символизируют десятилетия суеты. Мы все однажды проснемся и с разбегу войдем в новый век. И ты услышишь на русском радио в горячей ротации наш новый трек, пока тазы на районе. Или Майбахи в центре Москвы. В салонах делают громче салют, это Гуф и Тимати. Я знаю, что ты уже слушал и кидал другим этот трек. Открытый вопрос к хозяину Рао: когда он пришлёт мне мой чек? Продюсер, ты можешь оправдываться, что мы крутим YouTube и скупаем iTunes. Продюсер ты или лузер? Очень быстро определит интернет. Меня давно не волнуют столичные тусы, где входы строго по спискам. Поколение Тимати — это народ. Увидимся в Олимпийском. Сегодня финальный день Merit Poker Classic. В зале та самая особенная атмосфера, когда всего один или два стола, несколько игроков, все они очень сосредоточены, нацелены уже на первое место главного события. И те, кто не дошел до этого дня, наконец-таки открыли для себя море. Уже завтра каждый город знает о тебе. Все твое имя кричат. Те, кто не верил, молчат. Еще. Все начинается с простых идей на листе. И уже завтра ты увидишь поколение. Те, кто с тобой до конца. Те, кто не прячет лица. Цветов не бывает без дождя. Всегда наступает день после ночи. Через зеркало смотрит на меня тот, кто обещает во всем помочь. Если бежать, куда глаза глядят, можно быстро оказаться на обочине. Но какое-то время спустя надо подняться и разнести все в клочья. Это точно не я, тот тип, на кого вам стоит равняться. Это точно не я, могу быть примером для молодой нации. Я кому-то мешаю, родители мною пугают детей. Но вопреки всему я продолжаю оставаться в этой игре по сей день. Все начинается с простых хрип в голове. И уже завтра каждый город знает о тебе. Все твое имя кричат. Те, кто не верил, молчат. Поднимите руки в воздух. Все. Что завершилась церемония финального стола главного события Merit Poker Classic. К сожалению, в финальную десятку не вышли русскоязычные игроки, но игра обещает быть очень интересной, поскольку как минимум два Party Poker Team Pro вышли за финальный стол. Это Людо Гелих и Кристиан Бикнал. Чемпион получит 565 тысяч долларов. Кто им станет, покажет медиа-команда Poker Club Management. The river is the biggest river. We are the champion. The Rakuto, second place for $416,000, and we have the champion, the local one, Andreas Christopher, who shows Big Ten, and he takes $565,000. There's the real Cypriot getting wild here. You just won more than $500,000. Are you planning to do something special with this money? To play more,
It's obvious that is a lot of money. I'm more comfortable financially, of course. And money doesn't mean anything in life. I'm happy with my life, so I will not change something dramatically, but I will be more comfortable. Yeah. I know that you are a regular married player. Yeah. Why do you like to play in here? Because here it's in Cyprus, marriage is in Cyprus, I'm from Cyprus, and it's very important for me because I've been married here for 10 years now, and it feels like home, and especially to score huge here, it means a lot to me. For the management, everybody, I know everybody here, it's amazing feeling. It means a lot to me. In front of my best friends, my family, and it's a dream come true because I was chasing this score for 10 years now, and finally it came. I'm so happy for it. Thank you so much, and our congratulations again. Thank you.